настроение синий, внутри мартини, а в руках бикини. Под песни синий иней, она так чувствует себя. Я вот смотрю, сколько молодых начинающих исполнителей. Филипп Киркоров, и Жанна Агузарова, и Лайма Вайкули. И, ну, просто, вы знаете, удивительно, что это, по-моему, это источник неиссякаем. Я его все время помню, как в Ленинграде Пеканю пришел с гитарой. Это был 71-й год, да? 72-й. 72-й год, да. Это удивительно. Просто с гитарой, весь такой взволнованный, говорит, вы не поможете... А, на ты же, может быть, ты не поможешь мне показать песню одной певицы? Я пошла, потому что играла на рояле, ты на гитаре. Замечательно просто. А потом появилась песня «Посидим, полкаем». И вот так, я думаю, что это была первая песня, а то, что мы сейчас спели, это не последняя песня. Я надеюсь, да, что я надеюсь, я просто верю в это. И что самое интересное, что эти песни вот сейчас, они звучат совсем по-другому. Их можно было бы даже перезаписать, перепеть. Ну вот, я не буду много говорить, я лучше буду много петь. Вот, пока мы живы. По высоким волнам слышишь, я хочу пронестись и разбиться рифы, чтобы чудом спастись. А до воскресенья! До воскресенья, окей, давай, правда, до воскресенья. А во сколько? В 7. Все, в 7 тогда. В 7 воскресенья. Воскресенье в 7 вечера. Три, четыре, пять, шесть, семь, блин, восемь, девять, блин, десять, раз, два, четыре, пять. Покажи пол, пол. Распад СССР прошел под песню «Ты, ты, ты, ночью и днем». Дефолт в нашей стране, когда произошел в 98 году, все напевали песню «Ой, мама, шика-дам, шика-дам». Гарик, а в каком году ты стал чемпионом высшей лиги КВН? Распад СССР прошел под песню «Ты, ты, ты, ночью и днем». Дефолт в нашей стране, когда произошел в 98 году, все напевали песню «Ой, мама, шика-дам, шика-дам». Гарик, а в каком году ты стал чемпионом высшей лиги КВН? В 97-м. Если я не ошибаюсь, Филипп, поправьте меня, в 97-м году вышла песня «Единственная моя». Да. Еще я знаю, что Регина Тодоренко вышла замуж за Влада Топалова под песню «Цвет настроения синий». Мы ворвались в КВН с песней «Зайка моя» на немецком языке. Мы изображали фашистов, которые поют песню «Зайка». Ой, это был гениальный номер. Ты помнишь этот номер? Я там текста не помню. Можно повторить? «Зайка майн! Зайка майн! Зайка майн!» Вот так фашисты орали песню. Филипп Киркоров был первым человеком, который пришел на первый Comedy Club. Вообще на первый Comedy Club. Кто решал, что это такое вообще? Да, Филиппа пригласили, но он пришел. Представляешь, пригласили всех, никто не пришел. Я почуял, что это будет главный. Недавно появился в нашем семействе лев. Я на него глянул. Ну, это вот настоящий лидер растет. Позвонил Киркорову. Я говорю, Филипп, как ты отнесешься, если я в честь тебя льва назову? Филипп. Филипп. И назвал льва Филиппа. Он вырос очень серьезным парнем, таким лидером однозначно. Высокий, большой. Да. Мне мама тихо говорила, зачем ты отчий дом оставил? Ловил жар птицу в высоком небе.